которая вот это, моя племянница и маме. Вот. И мы потом с ними посидели и поехали еще, поскольку я на машине, крутой. Мы поехали, у нас там есть парк, короче, Авангард. Это озеро, и там вокруг типа лес, и парк, вся хуйня, заебись. Красивый парк? Да, заебись. И мы ходили, гуляли, и вот это то самое чувство, когда ты идешь в лесу, и тебя узнают люди, ну, типа, не то, что постоянно, но типа раз в пять узнали. И вот это лица родителей, когда ты проходишь, с родителями разговариваешь, и идут напротив подростки, только делают три шага от тебя, и это кореш, это кореш, это кореш. Ты смотришь, типа, на маму, на папу, и они похуй. А как они себя ведут в этот момент? Мама стоит, улыбается. А, они не говорят, она говорит, типа... Я сфоткался, и мама говорит, ты такой хороший, такой добрый, со всеми фоткаешься, а мог сказать, типа, нет, отстаньте, малявки, что-то. И что вы делали, вы просто гуляли? Просто прошлись, погуляли, я не помню, когда последний раз с родителями гулял, мне кажется, лет 15 назад. Чисто прошлись, погуляли. Чисто с родителями или типа... Мама, папа и сестра. А ДР как-то отмечалось, там за столом были какие-то вот эти салатики? Нет, просто сестра наготовила там духующую всякой еды, сидели, пили чай, хавали, болтали. Ну, такое вот, приезжаешь, и меня, вот странно, меня просто родители как депутата нахуй встречают. Почему? Я хуй знает. Я не знаю, уже я для них важный стал, я хуй знает, как это работает, но меня просто реально как депутат встречают. Типа с хлебом солью тебя встречают? Да вообще пиздец, садись, Лешенька, вот это будешь, и ты должен полчаса отнекиваться, чтобы они успокоились, понял, типа, да встать, ну все, чил, у меня у родителей странная тема, они, вот у них какая-то, вот прикол, может это советский, прикол тапочек дома. Типа что, надо обязательно надевать? Да. Я захожу и... Мне мама тоже говорит. Минус 5 я уговариваю папу, чтобы он отъебался со своими тапками. У меня такая же тема. И причем там тапочки лежат, в которых я еще типа в лет 14 ходил дома. Те самые, 10 лет назад. Сейчас, секундочку, я